Привет, друзья! Сегодня у нас прохладненько, минус 14. Ага, видно? Видно, да. Все. И такая у нас интересная забава. Запускаем флешмоб. Олег уже снял видео. Олег, привет! Короче, суть такая. Запускаем Т-40 в мороз без подогрева. Вот он, Т-40. Я его абсолютно не грел. Вот, смотрите. Аппаратура, трубки, все в инее, все в куржаке. Сейчас дернем масло, посмотрим. Так. Она даже не капает. Все. Не смотрите, что там мало, он просто маленько в наклон у меня стоит. Вот висит капля. Но что-то капать она вообще не хочет. Тянущаяся, такая тянущаяся субстанция. Называется попади щупом в отверстие. Вот сейчас будем заводить трактор без всякого прогрева. Так, тут прохладно, елки-палки. Так. Ну и что? Декомпрессор есть, использовать не буду. Сцепление, наверное, тоже не буду выжимать. Как бы я в мороз всегда так завожу. Мы ставим сразу газ на риску. Даже педаль не буду трогать. Включаем массу. Включаем замок. Вот видно температура. Ну как температура, мотор же заиндевший. Так, как бы сделать так? Ну вот, заводим. Все. Давление пошло. Оборот есть. А вы говорите, надо греть трактор. Нахрена? Какой смысл его греть? Он заводится в любой мороз. Не понимаю. Ай. Блин, сука. Вообще, кто в эту постановку купился, пишите комментарий. Я поверил, что ты заводишь его так на холодную. Ни хера он так не заводится на холодную. У меня уже голова мокрая. Сейчас покажу, как он на самом деле заводится на холодную. Процедура у нас, как обычно, простая. Разогреваем лампу. Без прогрева масла я трактор уже от минус 5 не завожу. Масло уж то густое. Нахрен надо наматывать вкладыши. Было бы другое масло, какое-нибудь полусинтетическое, в принципе, можно залить. У меня маслосистема на фильтре. Уже можно было бы как-то поглумиться. А так прогреваем лампу. Главное же еще лампу прогреть. Вот сейчас закрыл и подставил ее к сугробу. Вообще желательно какую-нибудь выкопать капонир под нее. Пусть прогреется быстрее башка, быстрее заработает лампа. Теперь ставлю лампу под поддон и периодически проворачиваю, чтобы она грела масло по всему объему. Аккумулятор я храню дома. На ночь затаскиваю. Поэтому сейчас вот только вытащил, подцепил. Он у меня полностью заряженный. Надеюсь, хватит стартануть. Вот. А лампадка продолжает греть. Так, масло нагрелось. Прошло где-то минут 10, наверное, 15. Не засекал. Теперь, ой, с вашего позволения, на маленечко пройдусь по трубкам, по насосу. И маленько пройдусь по цилиндрам, хотя бы до которых у меня достает моя лампа. По крайней мере, первый, третий, четвертый я немного погрею. Греть надо, не заведется. Теперь сам фильтр топливный. Регулятор пройдемся, помпочку. Еще есть.
Вот что заметил, у меня не выключенные НШ. НШ надо выключать. Маленько головки подогреем. Хотя же сколько пламя дотянется. С этой стороны по коллекторам пройдемся. Так. Сейчас надо НШ выключить. Лампу тушить не буду, пока поставлю просто вот сюда, под коробку. Маленько тепла дойдет оттуда. Вот такой вот у меня тут отвод. Кто не видел, посмотрите, как делал. Ну, просто трубочкой с резьбой. Вот так вот его открываем. И сюда вставляем обычную газовую горелку. Горелка из дому, поэтому теплая и работает. Все, после этого можем уже пробовать запускать. Пытаюсь запустить. Попытка номер один. Маленечко схватил, но не хватает сейчас. Еще посильнее коллектор погрели. Чуть-чуть не хватило, короче. Сейчас еще третья попытка будет. Рано, короче, стартер отпустил, мог бы сейчас завестись. Просто когда идет сильное всасывание, уже начинает проворачиваться, он горелку тушит. Ее надо в идеале держать вот сантиметров 5 вот отверстия. А мне ее приходится вставлять, поэтому не заводится. Быстро пламя схватывает, начинает заводиться и тушит его, и все. Че сейчас? Четвертый или пятый, я уже со счета учусь. Воспламенился мотор, горелочку тушит, прими маленько.
работает. Вот так вот, мужики, он реально заводится в мороз. Ночью просто 28 было, к утру ближе. Поэтому так тяжко. Да и он и в минус 15, не сказать, что лучше. Еще трактор сам по себе старый. Так что вот такие дела. Сейчас маленько прогреется. Дым белый уйдет. И уже это, подключу НША. Будет дальше работать, греться, стоять. Вот так. В общем, мораль в этой басне такая. Чтобы Q40 завести, Q40 надо греть. Так что, такое шуточное видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.